Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Alcatel K10 000 Max провели испытание аккумулятора на 10 000 мАч в этом телефончике. Большинство современных смартфонов с трудом доживает до конца дня, а если активно пользоваться навигацией, камерой, мобильным интернетом и играть, то зарядку придется искать уже к обеду. Компания Alcatel уверяет, что недавно представленный K10 000 Max с аккумулятором емкостью 10 000 мАч способен в экономном режиме проработать до одной недели. Но кто будет покупать смартфон и не пользоваться им по полной? Поэтому производитель записал видео с демонстрацией того, как Alcatel K10 000 Max справляется с ресурсоемкими задачами, и напомнил, что с 12 сентября смартфон будет доступен со скидкой $50. Перед началом испытания Alcatel K10 000 Max зарядили до 100% заряда. Первым делом в смартфоне была запущена популярная онлайн-игра King of Glory. Полчаса насыщенных сражений с подключением к Wi-Fi не отняло ни 1% заряда. Секрет кроется в специальной настройке смартфона, когда первые 10-15% уходят очень медленно. После этого последовали 30 минут беспрерывной записи видео с максимальной яркостью экрана, 30 минут разговора по WeChat на максимальной громкости, 30 минут просмотра заранее скачанного фильма по разрешению Full HD и 30 минут прослушивания музыки через Google Play. За 2 часа и 30 минут аппарат разрядился только на 3%, затем еще на полчаса было включено воспроизведение онлайн-видео. Как итог, за 3 часа активного использования Alcatel K10 000 Max разрядился лишь на 5%. Технические характеристики устройства Alcatel K10 000 Max такие: 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 8-ядерный процессор MT6750 с тактовой частотой 1 ГГц, графический ускоритель Mali T720, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, поддержка карт памяти microSD, 13-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, сканер отпечатка пальцев, поддержка двух сим-карт, поддержка 4G, USB Type-C, Android 7.0 Nougat. Ну и, конечно же, вес смартфона такой же большой, как и его батарея, 337 грамм. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!